Привет телезрителям! Мы снова на природе, и сегодня мы расскажем вам нюансы приготовления стейков тунца. Итак, у нас это свежемороженое от рыбака Камчатки. Конечно, предварительно мы их разморозили, и прямо сейчас будем готовить на углях. Итак, важное правило. Как только одна из сторон у нас посветлела, стала более серого цвета, это прямой знак, что нужно переворачивать. И в конце, когда у нас останется маленькая тоненькая красная полосочка посередине стейка, это знак, что все, нужно уже снимать стейки, поскольку они уже сами доготовятся. Итак, давайте приступать. Тунец – рыба вкусная и сочная. Жарить на углях ее необходимо не более 2 минут. Когда готовите рыбу на природе, не забывайте о главном правиле от оператора Сережи. Чтобы рыба получилась сочной, а не сухой, нужно добавить чуть меньше углей, чем для приготовления, например, обычного шашлыка из мяса. Тунец – отличный вариант, когда времени на готовку совсем мало, а насытить организм витаминами и аминокислотами необходимо. Вуаля! Вот такое аппетитное и красивое блюдо у нас получилось, а мы в очередной раз доказали вместе с вами, что готовка на природе – это вкусно, просто и быстро. У нас получились аппетитные стейки тунца, а важно учитывать один фактор, что блюдо будет полезным, вкусным и для рациона самое то, если продукты будут натуральные, так что свежая вкусная рыба только у рыбака Камчатки. Рыбная лавка «Рыбак Камчатки» – место, где рождаются самые вкусные и сбалансированные блюда. Если выбирать между мясом и рыбой касательно полезных свойств у первого, ученые до сих пор приводят доводы как за, так и против. А вот в пользе морских деликатесов большинство уверены. Готовить с рыбаком Камчатки – удовольствие. Чавыча, белорыбица, а чавыча и ту, и другую. А почему именно их? Ну, не знаю, они мне нравятся. Вкусные? Да. Мне нравится, во-первых, мне близко дом, а потом рыба, конечно, это я только рыбу камчатскую беру, а другие я не беру. Так. Это лучше. Ассортимент лавки богат свежими морскими сокровищами с побережья Дальнего Востока. На выбор у березняковцев как уже готовые балыки, чавычи, белорыбицы, нерки и тунца, так и свежемороженая продукция, запечатанная в вакуумную упаковку и подвергнутая шоковой заморозке. Русским без льда и снега. В топе у горожан, конечно же, визитная карточка лавки – жирная и полезная чавыча. Чавыча – это дикий камчатский дальневосточный лосось. Самая жирная из красных рыб. Достаточно утром 1-2 бутербродика, чтобы насытить наш организм всеми витаминами и аминокислотами. Приходите в рыбную лавку «Рыбак Камчатки» до пятницы включительно и выбирайте самую свежую и вкусную рыбу с побережья Тихого океана. Остерегайтесь подделок. Многие недобросовестные продавцы под видом благородной чавычи продают менее ценную красную рыбу. Если хотите отведать настоящей камчатской рыбы, где внутри лишь витамины, а не вредные добавки, приходите в ДК имени Ленина. «Рыбак Камчатки» располагается уже 6-й год только там. Екатерина Зибзеева, Сергей Александров. Новости Верхнекамья.